Всем привет! И сегодня мы продолжим с вами тему путешествий. Сегодняшняя тема будет заказ такси и поездка на такси за границей. Будет по-английски определенные списки, предложения, диалог. Угу. И посмотрите, пожалуйста, на доску. Я буду читать по-английски, вы читаете за мной, и потом мы с вами переводим. Окей? Начали! Do you know where I can get a taxi? Вы знаете, где я могу заказать такси? Взять такси. I'd like a taxi, please. Я бы хотел взять такси, пожалуйста. Sorry, there are none available at the moment. Извините, свободных такси в данный момент нет. Дальше. Where are you? What's the address? Где вы находитесь? Какой адрес? I'm... И здесь мы подставляем address, адрес. Можно сказать, например, I'm at the airport. Я в аэропорту. The car is on its way. Машина в пути. Отлично. Теперь давайте, пожалуйста, прочитаем еще раз эти предложения на английском. Повторяйте за мной два раза. Okay, start. Начали. Do you know where I can get a taxi? Do you know where I can get a taxi? Дальше. I'd like a taxi, please. I'd like a taxi, please. Дальше. Sorry, there are none available at the moment. Sorry, there are none available at the moment. Далее. Where are you? What's the address? Where are you? What's the address? Далее. I'm at the airport. I'm at the airport. И последнее. The car is on its way. The car is on its way. Замечательно. Теперь, пожалуйста, просчитайте эти предложения сами. Теперь вам нужно попрактиковать эти предложения, посоставлять диалоги, поговорить. Поиспользовать их в реальной речи. Это вы можете сделать на нашем курсе по путешествиям в школе иностранных языков PM Studio. Приходите, звоните, записывайтесь!